Привет! Привет! Мы на канале в гостях у Алисы и Егора. Мы сегодня будем делать тарталетки и мишки Тедди. Тарталетки и мишки Тедди. Пирожные мишки Тедди. Да, пирожные. Что для этого вам понадобится? Вот это. Что это такое? Тарталетка. Это такие тарталетка. Специальные тарталетки. Покажи, как они выглядят. Вот, такие. Так, дальше что еще понадобится? Нам понадобится... Взбитые сливки. Взбитые сливки. Нам понадобятся мишки Тедди. Печеньки мишки Тедди. И вот эти зефирушки. И вот такие вот зефирушки. И еще посыпка там у вас есть, ну так, чтобы украсить. И она еще мягкая. Да, она, конечно, мягкая. Ну давайте делайте. Сначала Егор сделает одну пироженку, потом Алиса, да? Это я. Что ты, Егор, с чего ты начинаешь делать? Со взбитых сливок. Ну тарталетку сначала же взял, да? Угу. Да, взял Егор корзинку, такую тарталетку, и туда Егор взбитые сливки. Так. Сильнее дави. Во! Так. Мне. А сейчас подожди, Егор сделает, потом ты будешь делать. Мне. Ну а зачем ты так разделаешь? Так некрасиво. Ну, чтобы он был нормальный. Так он и так нормальный. Надо его так это. Дальше. Берем две мишки Тедди. Так, сейчас. Печенюшки сейчас, дальше. Сейчас, Егор берет две печенюшки. Так, Алиса. Так, а почему ты мишку одну вниз головой вставляешь? Так случайно. Мне вот так немножко чуть-чуть делать. Так, вставляет Егор. Дальше. Алиса уже подала зефирушки. И кладу так. Так, и Алиса дает Егору посыпку. Посыпает. Стой. Чуть-чуть. А сейчас, Алиса, ты будешь сама делать. Ну вот, какая получилась. Какое получилось пироженка? Пирожное мишка Тедди, да? Вот у нас получилась вот такая вот. Ну, показываю. Вот такая пироженка мишка Тедди получилась, да? Ну, давай теперь Алиса у нас будет делать. Она будет делать сама, и посмотрим, что не получится. Ну, конечно. Ты только помогай нажимать на это. Давай, Алиса, выдавливай туда сливки. Дави пальчиком. А Егор тебе будет помогать. Так. Так, вот. Так, мне... Ну, Егор, смотри, чтобы не промахнуться. Все, хватит. Все, не надо вот так. Все, отпусти. Не, чтобы она оторвалась. Ну, вверх подними, она оторвется. Все, не надо больше там ничего. Теперь, Алиса, давай сама украшай. Что Алиса берет дальше? Мишки, печенюшки, Тедди. Мишки Тедди. Вставляй. Ты можешь их 3 штучки поставить, да? Чтобы отличалась от Егора. Ты же любишь цифру 3? Да? Так, Алиса ставит. Украшает, ставит мишки Тедди печенюшки. Вот так. Вот так вот. Раз. Сколько Алиса будет ставить? 3? Да. У него мишки Тедди в ванне. И еще одного мишку Тедди. 3 мишки Тедди у Алисы будет. Да, так. И 3 годика будет. Да, потому что Алисе 3 годика. Дальше что Алиса делает? Дальше зефирушки туда. Вот так вот. Да. Не, сильно много не надо. Бери штучки 3-4. Тоже 3 бери, пускай у тебя все будет по 3, да? Мишки-то вкусные. А? Мишки-то вкусные. Ну, так, конечно, вкусные они. Так. Давай мы Алисе маленько добавим еще взбитых сливок. Ну, да? Ну что, их мало? Ну, чуть-чуть, чтобы побольше было. Вот. У Алисы будет красиво. Да. И посыпку сделай. Я начинаю уже свое поедать. Подожди, мы же сейчас покажем всем. На, можешь себе тоже чуть-чуть добавить, чтобы у тебя тоже было красивее. Так, вот. Потому что у Алисы красивее получается. Видишь, какая у Алисы пироженка получилась? Добавь себе сливок тоже чуть-чуть побольше. Алиса, все, не надо высыпать. У тебя красиво получилось. Зачем ты все высыпаешь? Ну, взяла, вот все высыпала. Сильно много тоже не надо. Все, Егор, хватит. Вот, и у Егора получилось. Ну что, давай покажем. Что, давай. Покажем, какие получились у вас. Мне тоже. Ну, а ты уже много насыпала. Давайте покажем, какие у вас получились пироженки мишки Тедди, которые называются, да? Вот какие замечательные у Алисы с Егором получились пироженки мишки Тедди, да? Сейчас мы их будем кушать, эти пироженки, да, Алиса с Егором? Вот, всем говорим пока-пока. Подписывайтесь. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. В гостях у Алисы и Егора. Я вам дарю сердечко и цифры. И ставьте палец вверх за пироженки и мишки Тедди. Да, и делайте комментарии.
А мы будем кушать пироженки мишки Тедди, да?